Да почему? Я каждый тоже? Раз нам будет даваться какая-то мини-задача, которую мы должны будем выполнять. После надо синее. Нормально, что вы не просто этим. Ну как надо вообще делать? Присядь, не вставай. Уничтожи игрока! Друзья, добро пожаловать на новое видео! С вами сегодня, как знали, Куфин, добро сегодня Кирилл Арпач, Паша Клейт, Андрей Шейдифай и Серега Болдов. И добро пожаловать в новую игрушку под названием «Микровейв». Итак, значит, сегодня у нас полным-полно мини-игры. Нам нужно выполнять определенные задания. Прыгни один раз и сделай двойной прыжок один раз. Раз. Раз, о, все, успел. А я же сделал, Алё. А я же сделал, я проварен, я не понял, что за фигня. Друзья, о, выпрыгнул, а как выпрыгнуть? Как выпрыгнуть за карту? Я выпрыгнул. Да почему, я тоже? Каждый раз нам будет даваться какая-то мини-задача, которую мы должны будем выполнять. После, надо синее. Нормально, что вы просто эти волновые. И вообще за каждое выполнение задание нам дается определенные очки. На красное. Она меняется. А почему я двигаться нормально не могу? Что за фигня? Красную платформу, ёптвою мамочка. Блин, у нас есть определенное количество раундов. И побеждает, пацаны, тот, кто набирает. А чё, юго-западная? А где юго? Я надеюсь, вообще он давай. О, я правильно сделал, ебо, прикинь. Где здесь что-то юго-западные какие-то платформы? А чё? Сзади, не осматривайся. Назад. Да блин, я не осматривался, вот так вообще не понимаю. Ставили подсвеченную плитку. Вот это? А, вот сюда, стой, вот здесь вот. Нет, сука. Не, на синюю надо было. На синюю, да ё-моё. Блин, выпрыгни за карту, за карту. Проблема еще заключается в том, что за вот эту задачу дается лишь только определенное количество времени, чтобы выполнить и всё. Так, что у нас следующее? Самый красный подсвеченную плитку. Да уйди! Пошли на F толкаться. Ускорение. А что такое, подожди, в смысле? Не понимаю пока. Что же туда? О, тряси! Трясите, мышкой трясите! Беззубовная игра, прикольно. Заберите на платформу с наименьшим числом игроков. Да уйди, Андрей, вот сюда, ко мне! Успешно! Пачкам, пока я на первом месте, на втором месте Кирилл, на третьем месте Андрей. Возьми краба. Отдай, Я взял. Как взять? Я не успел взять краба. Уничтожь игрока. Бомжина ебаная, блядь. Лох ёбаный, блядь. Нет. Серега на первом месте, пачка, мучук. А куда? А два раза я больше стрелял, блин! Нормально. Так, пацаны, осталось 10 раундов, Свободный раунд. Задание можно изменить. 1-0. Да бля, я ничего не понял. Там было 1-1, а там надо было вести. Напиши слово. А, напишите слово, реквест, вот это. Бля. Да это нереально. Это нереально вообще. Я не играл в это. Найди выход. Беги! Успешно. Я на рандом, я на рандом знал, нормально, не прекращай, бегай. Да провалено. Я же бегал все это время, вы че? Заберись на платформу. Не надо забираться. Не надо было. О, лопни шарик. А как? Да побой! Надо драться, что ли? Да блин! Еще один раунд, пацаны! Свободный раунд! А что нужно делать? Поцарапанный. ВП. Все, босс раунд, что такое, погоди! Блин, мне так нравится эта крошка. О, погоди, как это что такое? Удерживайте флаг как можно дольше. Заработать скин, драйв флаг, укай с флагом. Заберите флаг. Да. Так, смотрите, значит, нам нужно выбрать оружие при появлении и стреляйте по красным кнопкам, чтобы временно отключить монстр рельсотрона. Так, короче, нам надо флаг. Ты что делаешь? Тихо, ты чё, дед? Мы в одной команде! Мы в одной команде, нет? Надо флаг забрать! Я забрал!
Ай! Отдай флаг! Отдай флаг! У Сереги флаг заберите! Тихо! Ресутрук! Да выкиньте его! О, что ли? Давай! Сука! Так, а погоди, с флагом надо как можно дольше простоять, правильно я понимаю? Нет? Убивайте Олега! Как ты меня убил? Я не знаю! Надо просто с флагом! Как я упал вниз, я не понял вообще смысла! Забирайте флаг у Сереги, он на втором месте! Нет! Вон у Сереги флаг! Да застрелите его! Да застрелите! Какие-то нереально вообще просто никак. О, флаг, что? Где? Пистолет. Кто? Уйди-то со своей! Бида! Кирюша, ё-моё! Да ё-моё, я тут падаю постоянно! Ты нахуй, блядь, заебалась с хуйнёй! Тихо! Я не понимаю, что делать. Да пососите! Да флаг нужно забрать! Это была у нас первая игра, дорогие друзья. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Мы будем чаще играть в эту новую игру. Ну а эта игра реально офигенная. Ну что ж, пацаны, дубль номер 2. Поехали. Я остался. Смотрите, за этот раунд получили с вами по костылю. Соберитесь на самую маленькую. А где самая маленькая? Вот это. Провалено, в смысле? Я ж забрался на неё. Все провалили. А соберитесь на фиолетово. Нахуй толкаешь? Она синяя, еблан, блядь. Я же забрался на фиолетово. Она меняла цвет. Да ему это что так стало? Стань на синюю. Так, стал. Все, найс. Давай не толкаем. Сам бегает и толкает. Да ты, сука. Не надо! У меня провальный, если я не выжил. Потому что ты дурачок, там написано. Красно. В смысле? Нормально. Там Паша на первом месте по очкам, вы что, гоните, что ли? Я не успел прочитать правильно. Выпрыгни за карту. Я потерялся нахуй. Стой. Так, ускорение, поехали дальше. Следующий раунд. Ускорение. Ну давай. Долбани игрока. А ну-ка. Почему он не бьет? У меня левый махает. Иди сюда. Ой, найс. Да в смысле? Да что такое-то, а? Ну, мне просто не бьет. Я не понимаю, сколько у меня очков. Я вообще на каком месте? Останься цел. Да ёкало, мэнэ. Ай, блин. Да это нереально вообще. Меня закосили. Легчайся. Ты там вообще помалкивай, сиди, а? Подойди к лесу. Вот Паша. Где он? Да смысле провалено, я был рядом с ним. Я тоже был рядом. Что за фигня, я не понимаю. О, лопни шарик. Как? Двойной прыжок надо. И найс, все, я лопнул. Все, найс. Блин, я так кайфую с этой игрушки, все так динамично, интересно. Избегать крутящих лазеров надо, это же нереально вообще. Что дальше, какое следующее? Встань на синюю подсвеченную плитку. О!
Симон сказал, не надо было. Какой Симон? Повтори последовательность. Красный. Зеленый, зеленый. Желтый. Блять. Я не успел. Не понимаю, в смысле? Да сука. Ноль. Какой 70? Ты 70 написал? Да я такую раскладку должен. Блин, мы тут надо. Найди выход. Мальчики, бежим. Я первый. Ну, я понимаю, вы что, гоните? Это был не выход. Для победы все кнопки должны, нажми на все кнопки. А, не надо. Нажимайте, вставайте на кнопки. Все на кнопки. Все, найс. Сколько у меня очков? Рейни, блин, не понимаю. Это чё? Я даже писать не буду. За бред. За кого я не успел? Я даже писать не буду. Это нереально, это невозможно. Ему. Это чё? А как тут? Я сдох. А всё, на... А, не надо было! Да как это? Я не понимаю. Тряси. А я вам сказал. Там реально, встань на красную плитку. На красную. Да господи, что за блядь? Я не понимаю, фиолетовый. Да в жопу. Успел! Босс-раунд, погнали, пацаны! Сейчас может все поменяться. Ой, это что такое? Охота на призраков, прячется от охотников, как призрак, или уничтожайте скрывающих призраков, как охотник. Когда бьет молния, местоположение призраков раскрывается, призраки... Да я не успел зачитать! Ну почти, красава! А кто ищет? А, я призрак! Ема прятки, пацаны, прикинь, а? А что такое? Прячьтесь, избегайте охотников. Там большая карта. А я кто? Ема, тут карта здоровая, пацаны. Придется отрабатывать дырочками, пацаны. А я кто, я охотник или я прячусь? Не-не-не, ты прячешься, походу. Если я зеленый, то охотник. Андрей, ты прячешь, ты видишь что-нибудь сейчас или нет, Андрей? Нет, я просто бегаю. А, ну тогда ты тогда призрак, тебе надо искать прятку. А вы угоните, что ли? Андрей, кое-что покажу. Ема. Так, а в смысле, ты, так я нормальный или типа? Да ты призрак, Андрей, нормальный ты призрак, да. Ты петух, самое главное просто. Андрей, ты нормальный, я тебя убил. Так а нахуй ты мне наебываешь, сказал, что я, блядь, прятаться должен. Сейчас выйду нахуй. Так я тебе 10 раз сказал, что ты призрак, ты прятаться должен. Тебе сказали до этого, ты чё? Опа. А где призраки? Опа. Я не знаю, куда спрятаться. Это кто бежит? А кто это? Я спрятался. Я спрятал. Сучара! Он охотник! Меня не поймают. Ты дурак, что ли? Ты нафига это сказал вообще? Да, они не знают эту карту, Олег Кофе, какая разница. Олег, мы не знаем карту. Я что знаю, я на рандом забежал в комнату, я что знаю, что это такое. Какую ты там комнату? А тут невозможно найти, вы гоните, что ли? Какую ты там комнату? Мы не видим вас на карте, чтобы вы понимали. А как, еще мы видели нас на карте? Еще мы видели. Я не скажу. Охота на призраков. Я не скажу. О, ты мой маленький, сосунка. Да нереально спрятаться от вас, вы что гоните, что ли, а? Так, ну что у нас в итоге по очкам? По очкам, что мы в итоге получаем? Мне просто интересно реально посмотреть, что мы получаем по очкам. Итак, дорогие друзья, приготовьтесь, потому что Кирюха выиграл! Кирюха гроза! Нормально, что у одного Кирилла только оружие? Так, ну что ж, мы переходим к третьему, финальному раунду. Поэтому, друзья, пристегнитесь, мы взлетаем. Ну что ж, пацаны, погнали, прыгать три раза. Раз, два, три. Все, да и я успел. Короче, надо внимательно читать. А, там не только, там еще кто первый. Разбор. Да это мой арбуз был. Мой арбуз. Все, разбил. Все. Да и ма, тут еще задание выполнять первым надо. Да что же это такое-то, а? Закончите это. А, нужно быстро съесть, налево кто-то выше. Все, я съел, я схавал. Олег, это мой любимый. Арбузик мой любименький. Блин, и пятое место. Сломай до цели, раз. Давай. А. Давай, я сломал, по идее. Я, по-моему, я сломал. Да все, ты провален. Почему так? Ладно, следующее. Конечно, он держит бомбу. Не надо, не держи бомбу. А что, в смысле, что это значит? Какой выкинуть? А что надо сделать? А где бомба-то? Да я взорвался, в смысле? Ты выиграешь сейчас. А, я взорвался. О, ну! Да, потому что держал бомбу. Да. Итак, следующее задание у нас какое? Все, написал. Я написал. Не надо, говорит. Да ебаный. Ай, ты сучка. Вы могли сказать. Заберитесь на голубую пурпурную... Голубую пурпурную? Чего? Чего? Я собрался, все, найс. Это нереально, пацаны. Просто это невозможно. Заберитесь на платформу. Какую, блядь? А как? Посерединке! Быстрее! Как у тебя? Да пейте, этот Си Саймон не говорит. Встань на подсвеченную плитку.
Ну. Я правильно стою, не? Какая подсвеченная из них? О, вот это. Найс. Так, ладно, чё? Зелёный. Всё. Ну-ка, кто первый? Кто первый? Плюс 64! Иди у чего! Там надо зеленый, красный! Не-не-не-не-не. Так, идем дальше, что у нас дальше? Ну-ка, закончите. Я первый. Я сыграл, ты первый. 617 очков получил ее, нормально. Да блин, надо. Что за карту? За карту прыгай. А, там далеко. Да блин, далеко. Я почти. Когда часть перевернута, не... Ебать! Вы чё? Я знаю картинку этого видоса. Ебать! Есть! Да это нереально вообще, я соковал уйти вперед. Заберись на платформу по диагонали от красной. Блядь, блин, Кирилл! Кирюха красава, парень! Кирилл просто рандомно встал. Сделай двойной прыжок один раз. Да. Так, я сделал. Только... О, нормально. 10 раундов, надо догнать, надо догнать. Я чисто за один раунд вырвался на первое место последнего. Да опять менять ее. О, да не писал! Я написал слово! Я написал! Ой. Так. Тихо. Бля, да ну нахуй. Бонусы, очки! Если Серега потерпит неудачу, сука! Да что ты, по времени, Прыгни 4 раза. Раз, два, три, четыре. Есть! Найс! Третье место, быстро берись! Давай! Как угодно, да, блядь! Вы что, гоните, что ли? Это как? Это как надо вообще делать? Присядь, не вставай. Плюс косарь! Нормально. Подойди к болт. Серега, сюда иди. Олеж, давай обниматься. Ой, найс. Тут еще и дается выпрыгни за карту, закрыть. Найс. Плюс 1150, нифига себе. Ема, не двигайся. Да блин, я подвигался. Да пиздец, правда подвигался. Это нереально резко переключиться, это очень сложно, правда. Подожди, Паша, здорово. Это хорошо. Плюс 1800, что? То же самое дается-то. Иди краба, краба. Нет, дайте краба, кто? Вы ошалели вообще? Босс раунд, сейчас непонятно. Гоночки. Ну что, пацаны? Пробел, дрифт, левый шифт, ускорение. Погнали, пацаны, сейчас просто будет реально все. Готовы? Да. Let's go. Ух, нифига. Тихо. Ни хрена. Ну кто? Андрей, ну сука, жоп. Овцы. Тихо. Все, писец. Тихо. Ебать. Тихо. Еба. Ему это сложно. Тут еще три круга. Это сложно, реально. Тихо. Вайзе дрифтить надо, пизда. Тихо. Да тут прям везде дрифтить надо, богом ходить туда-сюда. Ну, блин, кто там? Тихо. Паша. Тихо. Ему это подно. Давай. А кто на первом месте? Я еду. Тихо. Я какую-то там ловушку поставил. Внимало, все запотели. Все молчат, мы просто запотели. Просто кошмар. Просто интерфейс мешает смотреть, вообще нихуя не видно. На аж нажми, он закроется. Нихуя не закрывается. Круг пройден, класс. Я тоже. А зачем я остановился? Ты издеваешься? А там три круга надо пройти. Нахуй. Давай. Я уже потихоньку привык к трассе. Я нихуя не привык. Говно. Олег, к трассе привыкать нельзя. Я понимаю, Серега, но тут дело такое. Тихо. Блядь, я не понимаю, а мне спину кто-нибудь дышит вообще или нет? Да, я прям за тобой еду. Ах, за странник. Чуть-чуть отстал сейчас. Да сука, блядь, почему буст не взял? У меня какая-то немашина, говорю, что я на Тесле, блядь, еду. Да в смысле? Ты на своей Камаре, сука, едешь, она нихера не едет. Да, блядь, ёбища немашина. Мне очень нравится эта игрушка. Не Камара, говно просто, кусок металла. Пиздец, сука, блядь, кусок говна ебаного. Тихо. Я вижу, там где-то есть. Еще круг пройден. Давай. Меня Паша как-то обогнал. Давай. А какой стопер? А что за стопер? А это ловушка, ловушки на Е. Я тоже какую-то ловушку бросил. Мне написал, что я могу ловушку поставить, я поставил. Ема, на ускорение лечу, пацаны, просто! Блять, я в стопер уебался. Это мой. Так. Ускорялочка. О! Нет, в бортик! Тихо. Кирюш, на кого? Подсыпался! Тихо. Кирилл, нет. Давай, Тихо. Я наконец трассы понял, как можно. Нахер!
Самая важная игра сейчас. Давай, давай, давай. Я вижу, вот там прям бок о бок. Первый. Сюда, сюда. Второе. Поехал, поехал, поехал. А ну-ка, мы прямо сейчас смотрим за Кирюша. Кирюша финишировал. Сережа прямо за ним. Их догоняет Андрей, который приехал последний. Ну, Андрей Камара, это понятно, последний. Мальчики, мальчики, что у нас получается по очкам? Что у нас получается по очкам? Первое место у нас занимает. Ну, очевиднее не бывает, Павел Юрьевич, к вам нельзя. А что у нас, что там крутится, я не понимаю, так долго-то, а? Итак, дамы и господа, прямо сейчас объявляется результат. Паша, скорее всего, выиграл. Да ему, сыграли Пашу. Ну, что это? Я первый же приехал, в смысле? А какая разница, там общие очки считаются. А на втором месте. Ну ладно, друзья, я думаю, что на этом прекрасном моменте можно заканчивать наше сегодняшнее видео по такой вот замечательной игрушке. Если она вам понравилась, вы кайфанули от просмотра. И вы хотите еще увидеть видосик по ней, то обязательно ставьте лайки, конечно же, подписывайтесь, ставьте наш канал. Ну а с вами сегодня был, как стали, ну, Кофи, Кирилл Варпач, Паша Клинц, Андрей Индифай, Серега Болдов. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Пока, ребята.